Шестеро членов семьи Аветисянов, муж с женой, их дочь, сын и невестка с двухлетним ребенком были застрелены в собственном доме. Единственный выживший 6-месячный ребенок ранен и доставлен в больницу с колото-резанным ранением в груди, состояние которого оценивается как стабильно тяжелое. Тела погибших и раненого мальчика обнаружила сестра хозяйки дома, пришедшая в гости к родственникам спустя несколько часов. 12 января солдат срочной службы 102-й российской военной базы, дислоцированной в городе Гюмри, Валерий Пермяков, расстрелял семью Аветисянов из автомата. Криминалисты обнаружили на месте преступления 21 стреляную гильзу, сам автомат, из которого стреляли, военную форму и ботинки, на которых были указаны инициалы Пермякова. Подавшегося в бега солдата задержали при попытке пересечения армяно-турецкой границы. Покинул свой пост, пожелал немного погулять. Пошел по известному адресу, чтобы выпить воды. Постучался, мне не открыли. Попытался проникнуть в дом, потом кто-то проснулся. И произошло то, что произошло. Рассказал следствию по данным армянских правоохранителей Валерий Пермяков. Расстрелял целую семью и зарезал младенца Пермяков, как он отметил, от испуга, что его выдадут руководству воинской части. Жители Гюмри возмущены цинизмом показаний Пермякова. «Я не родственник, я гражданин Армении. Это наша общая боль. Нужно понять смысл этой трагедии. Я думаю, что нам откроют правду об этом убийстве. Не могу найти слов, извините». В голове не укладывается. Если нет каких-либо предпосылок, маловероятно, что из 40 тысяч гюмрийских домов он случайно оказался именно тут. От российской части до дома семьи Аветисянов почти час. Какая может быть связь военнослужащего с 6-месячным ребенком? Как он мог прошагать по всему городу около 3 километров, пропустить передние дома, зайти в дом, который находится не на самом видном месте, чтобы попить воды? Я удивлена цинизмом Пермякова, который дал показания о том, что якобы решил прогуляться, зашел в дом попить воды, после чего случилось то, что случилось. Как вообще военнослужащий смог выйти из воинской части с оружием в руках? Неужели не было никакой охраны? По какой логике Пермяков от военной базы, которая находится на одном конце города, мог пройти по всему Гюмри и дойти до дома Аветисянов на другом конце города? Расстрелять целую семью уму непостижимо. Особо дико поднять руку на грудного ребенка. Соседи Аветисянов рассказывают, что не слышали ничего подозрительного в ночь убийства. О случившемся я узнал лишь в 11 утра, когда сестра хозяйки расстрелянной семьи пришла в дом сестры и обнаружила родственников убитыми. Я знаю семью Аветисянов не понаслышке. Это очень спокойная, неконфликтная и уважаемая семья. Убийство семьи Аветисянов не первый инцидент с участием российских военнослужащих 102-й военной базы. Аналогичное преступление было совершено и в 1999 году, когда двое военнослужащих российской военной базы с автоматами, находясь в нетрезвом состоянии, пошли на местный рынок и открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. В апреле 2013 года близ села Вахрамаберт Ширакской области на территории воинской части, подорвавшись на мине, погибли 2 детей. Мина взорвалась на территории российского танкового полигона. Ни одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного по сей день нет по данному делу. Ни один человек не привлечен к ответственности. В итоге дело так провели, что виновными оказались дети, которые зашли на эту территорию, которая ничем не огорожена. Она до сих пор никак не огорожена. На письма МИД и Министерства обороны Армении мне ответили, что дело расследует российская сторона. Я сомневаюсь в настойчивости армянских властей в деле об убийстве в Гюмри. Если бы у властей была такая воля, они бы проявили ее еще тогда, в 2013 году. Для расследования убийства из Москвы назначена специальная комиссия Минобороны России. После переговоров с армянской стороной Генпрокуратура Армении заявила, что Валерий Пермяков не будет передан армянским правоохранителям, поскольку он является гражданином России и находится под юрисдикцией российских следственных органов. Жители Гюмри не согласны с подобным решением и требуют передать Пермякова армянской стороне, которая, по их мнению, и должна вести расследование. Я не говорю, что армянские следователи лучше русских, но очевидно, что во всей этой истории есть политический подтекст. И передав дело российским правоохранителям, вряд ли мы сможем получить объективное уголовное расследование.
С какой стати должна российская сторона вести дело об убийстве армянской семьи в армянском городе? Расследование должны вести армянские правоохранители, причем по всей строгости закона. Вспомним дело грача Арутюняна. Его же не судили в Армении. Не отсиживает же он срок в своей стране. Наоборот, на него надели женский халат и привели в суд, как на посмешище. Только больной человек может совершить подобное преступление. Расследование дела должна вести армянская сторона, поскольку преступник уничтожил именно армянскую семью. Это дело всей армянской нации. Было бы лучше, чтобы Пермякова судил армянский народ и по всей строгости. Вести расследование и судить Пермякова должна только Армения, по всей строгости закона. Отменили у нас статью «Расстрел». В этом случае нужно сделать исключение и наказать убийцу на глазах у всего народа. Если оставят у русских, переведут они его в Россию и через некоторое время отпустят, так как это произошло в случае с российскими солдатами, открывшими стрельбу на базаре в Гюмри. Российские правоохранители могут лишь принять участие в расследовании дела, которое непременно должна вести армянская сторона. И суд должен проходить исключительно в Армении. Россия проявляет выборочное отношение к правосудию. Согласно 61 статье Конституции Российской Федерации, гражданин России не может быть выдан другому государству. А в случае с ДТП с участием армянского гражданина грача Арутюняна под Подольском, она не желает рассматривать те же права по армянскому законодательству армянского гражданина, не говоря о том, что нельзя сравнивать намеренное убийство с несчастным случаем. Россия знает, что армянская сторона подойдет к ее гражданину очень строго, поэтому не желает оставлять его на суд Армении, заявив, что не может быть и речи о передаче Пермякова армянским правоохранителям. Так как отнеслись к грачи Арутюняну, в тысячу раз жестче армянская сторона должна себя повести с Пермяковым. Была бы моя воля, Пермякова я бы осудила на пожизненный срок, хотя и этого он не достоин. Передать российской стороне безумно, его надо расстрелять прилюдно. Жители Гюмри считают, что Пермяков не случайно направился к турецкой границе, которую охраняют российские военнослужащие. Только при безалаберной службе пограничникам можно допустить, что государственную границу можно спокойно пересечь. Я думаю, это невозможно. Пермяков, наверное, подумал, что свои же русские помогут. Поэтому направился к границе, которую охраняют российские военнослужащие. Я не вижу логики в решении Пермякова пересечь армяно-турецкую границу, которая четко охраняется как со стороны армянских военнослужащих, так и российских. И об этом все знают. Пермяков рассчитывал обязательно попасть в руки своих же русских, но только не армян, которые живьем его могут убить за содеянное. Именно поэтому, зная наверняка, что границу с Турцией контролируют русские военнослужащие, он направился в этом направлении. Это хуже убийства армянского офицера в Будапеште, совершенного Рамилем Сафаровым. Сафаров убил одного спящего человека, а Пермяков целых шесть. Пермякову вряд ли удалось бы перейти границу в сторону Грузии. Его бы сразу сдали. Лучший вариант – сдаться своим же русским, которые охраняют армяно-турецкую границу, о чем и он прекрасно знал. Жители Гюмри отмечают, что отношение к российским солдатам всегда было теплым. Однако произошедшее может изменить мнение населения о необходимости пребывания российской базы в Армении. Отношения российских солдат с местными жителями всегда были нормальными. Солдат в Гюмри всегда уважали. Ни один гюмриец не мог бы предположить, что такое может случиться. Пару месяцев назад вместе с семьей на машине остановились у одной из заправок близ Гюмри, где на тот момент стояли несколько русских солдат. Я сама купила им хлеб, кофе, сладости и угостила солдат. И ни один гюмриец безразличен не проходит мимо военнослужащих. У каждого в семье кто-нибудь дослужит. Нет разницы, твой или чужой солдат. Тем более военнослужащие 102-й российской базы вроде как наши границы защищают. Если Россия не позволит Армении самой судить Пермякова, есть большой риск, что отношение жителей Гюмри к российским военнослужащим резко ухудшится.
А какую пользу дала военная база в Гюмри Армении? Жизнь показывает, что кроме вреда она нам ничего не принесла. В голове не укладывается, что можно убить ни в чем не повинного младенца. А еще хотят этого солдата в Россию переправить. Да его нужно прямо на этой площади казнить. Мы не варвары. Но в этом случае наши граждане должны увидеть, как его наказывают. От того, какое решение российская сторона примет по отношению к Пермякову, будет зависеть и будущее отношение гюмрийцев к российским военнослужащим, да и вовсе армян к русским. Желание всех передать Пермякова на народный суд. 4-я статья соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения, вступившая в силу 24 мая 2002 года, гласит о том, что по делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных на территории Республики Армения лицами, входящими в состав российской военной базы и членами семей этих лиц, применяется законодательство Республики Армения и действуют ее компетентные органы. На данный момент Валерий Пермяков находится под усиленной охраной 102-й российской военной базы. В связи с этим в Гюмри и Ереване проходят акции протеста. Thank you.